so I can kick your ass. Tell me what I need to know. Господи, понятно все. Я его просто утопил. Всем привет, Костелло здесь, и мы с вами продолжаем проходить Мафию 3 Definitive Edition. И, короче, внезапно, сразу же, прям тут же мне дали новое задание. Я еще не успел осмотреть торговлю оружием в грузовике, а уже мне дали новое задание. Делрей Холлоу. Путь плоти поговорит с голосом. Местные жители, отчаянно желающие избавить Холлу от бандитов южан. Окей. Раз вы так хотите. Я не против. Опа. Заставив вас за совершение преступления, свидетели побегут к ближайшему копу или телефону, чтобы вызвать полицию. Устранять свидетелей, но только не на виду у других свидетелей или полиции. А не проще, блин, просто взять и уехать. Серьезно, а почему нельзя просто взять и уехать? Или вообще просто оставить машину у дороги и все, и бежать к нашему заданию, и все. По-моему, это в разы проще, я думаю. Вот и все. Так, и че? А, нужно сюда на машине заехать или... А, можно и так зайти. Окей, хорошо. Линкольн, приятно тебя видеть. Лаву, сколько лет, сколько зим. Вот уже не ожидал, что ты сработаешь с гаитянами. Выбор был небогатый, или так, или кляться гребаным южанам. А ты знаешь, кляться я, короче, чистая правда, черт возьми. Кассандра позвонила и сказала, что ты интересуешься Перлой. Там рулит ублюдок по имени Мерл Джексон. Он превратил заведение в бордель для белых, которые делают с нашими сестрами, что захотят. Как мне до него добраться? Никак, по крайней мере, не сразу. Эти гребаные южанки вообще не любят вылезать из норы, чтобы их кто-то ненароком не пристрелил. Если я нанесу удар по его бизнесу, то могу придется и знака привлечь его внимание. Он держит нескольких девушек в заперти на втором этаже, Перлы. Называет их первый сорт, держит их на наркоте. Да хера бабла на них зашибает. Проникли туда незаметно и вытащи их. Дам знать, когда все будет готово. Прими мои соболезнования насчет Сэмми и Элиса. Они всегда общались со мной хорошо. Почему тебя называют голосом? Честное слово. Освободить обдолбанных девочек. Поговорить с Шейлой. Разрушение бизнеса. Каждый бизнес уязвим. Перекройте ему денежный поток, и гангстер, руководящий бизнеса, будет вынужден вернуться, чтобы попытаться вновь наладить дело. Разрушение бизнесов. Понятно. Короче, я понял, как надо все это делать. Так, сейчас карту откроем. А, уже доступно. Окей, тогда... А машину выдашь мне, нет? Или мне придется... А, машину он выдал. Хорошо, давай, поехали. Сорян, чувак, если придется мне угонять твою машину. Поехали. Освободи подобных девочек. Осталось урона 15 тысяч. Обратите внимание. Короче, предыдущая серия тоже оказалась под авторским правом. Увы и ах. И все это из-за одной сцены, когда расстреливали-то вот этих вот Сэмми, Элиса. Ну, вы поняли. Блин, почему в замедленном режиме управлять в разы проще, чем в обычном? Честное слово. В обычном режиме, блин, машина, она такая тяжелая, суперски. Вот, кстати, та самая машина, в которой есть оружие и прочая хрень. Но я сейчас пока их использовать не буду. Я сейчас пока что займусь тем, чем есть. Так, здравствуй-ка. Здравствуй. Чё хотела? Мистер Лаво меня тебе предупреждал. Девочки на втором этаже, но будь осторожней. Парни Мерлин набились чем? Обязательно, спасибо. Замедленная стрельба. Доступна замедленная стрельба. Используйте этот режим для замедления времени при прицеливании. Для замедленной стрельбы при заполненной шкале удерживайте ПКМ и пробел. Понял. О, так, это мое. Так, а где? Враждебная зона, ничего страшного.
Вон один чувачок. Сейчас мы его вырубим спокойненько. Если что-то пойдет не так, значит берем в руки пушки. Тихо. Не рыпайся. Так, ну-ка. Так, это я возьму себе. Так. А что, мне надо как-то пройти наверх, что ли? Капец, тут столько их. Нифига. Так, сейчас найду какой-нибудь этот. Так, это враждебная зона. А где вообще враждебная зона, мне интересно узнать. Серьезно, как мне узнать, где враждебная зона, а где нет? Или везде враждебная зона? А, везде враждебная зона, серьезно? Она везде, а. Так, что, давайте, наверное, пушки достанем. А у нас нет пушек? В смысле? А где нам у нас пушки? Так, тихо. Тоже не рыпайся, давай-ка. Блин, заметили меня, черт возьми. А, пушки есть, окей, ладно. Я думаю, у меня пушек нету. Блин, что, меня заметили, серьезно? Блин, меня заметили, зашибись. Так, это мое. Ну, зашибись, меня заметили, короче, ребят. Я старался как мог. Получилось, в общем-то, все как обычно. Так, давай обойдем, наверное, их. Еще можно обойти. И сразу двоих вырубить. Ну-ка, попробуем-ка. Так, там кто-нибудь есть? Там есть, но он меня сейчас пока не видит. Да ну, нельзя двоих вырубить, серьезно? Серьезно, нельзя двоих вырубить. Хм. Ну окей, ладно. Так, а здесь что? Так, это мое. Так, сейчас все обследую. Сейчас все обследую. В смысле? Внизу кто-то есть? Так, кто-то сейчас сюда идет. Жесткое устранение. Если вам нужно убрать противника и ненадолго оглушить всех его дружков поблизости, используйте жесткое устранение. Понял. Жесткое устранение пока мне не получается. У меня получается только одно устранение. Через нож. Так, а вам... О, это нельзя. Нет, нет, нет. Это нельзя. Это нельзя. Это нельзя. На ютубе нельзя такое. Не-не-не, это нельзя. Это нельзя. Так, секундочку. Так, сейчас. Это нельзя. Показывать на ютубе это нельзя. Забанить могут. Нафиг, нафиг. Не надо, не надо. Такой не надо. Блин, как они меня слышат, если я, блин, нахожусь сзади них? Вот честное слово. Секунду. Давай вот это возьмем. Нет, фигня полная. Тогда ладно, возьми обратно пистолет. Убери их. Так, это нельзя показывать на ютубе, это нельзя. Я-то думал, здесь этого не будет, а нет, оказывается, это есть. Это есть. Это, оказывается, есть. Окей, так, спокойно. Так, сейчас освободим. Вот. За это могут забанить. Или авторское право принести. Хотя... Купленову... Они хотели... Когда выберешься отсюда, отыщи в пронзенном сердце Кассандру. Она тебе поможет. Я что хочу сказать. У Купленова была одна серия по метро Exodus, где, короче, вот это вот все было. Так, но здесь она хотя бы одета, это уже хорошо. Здесь она хотя бы одета. Вот если было бы побольше таких одетых, было бы вообще красиво. А так, больше здесь раздетых. И именно поэтому мне страшно. Так, ты чё? Ну да. А как? Так, прочитать. О, внизу какая-то записочка есть. Передай Чарли, неделька выдалась что надо. Ронни толкнул дерьма штук на 5 и не меньше. А Джин так вообще на 7.
Это должно хватить, чтобы Ричи с нас слез. Окей, понял. Несомненно. Несомненно. Ты хотя бы одет, это уже хорошо. А то там есть куча раздетых, и это очень плохо. Когда есть раздет, это отвратительно, потому что... Потом это в итоге может... Ну, вы знаете. Так, а что, может, давайте мы соберем здесь с этого борделя все деньги, и все? Все будет нормально, все отлично. Давайте. Так, пушку уберем пока. Достанем только в самый крайний случай. А здесь, по-моему, больше никого и нет. Здесь, по-моему, больше никого и нет, поэтому можно собирать просто все деньги. Вот так. Ой, патроны. Отлично, красиво. Классно, классно. Не рыпайтесь. Где еще кто-то есть? Нет, никого нету. О, Beach Boys! Together we gonna do... Это Beach Boys. Wouldn't be nice, или как он там назывался? Beach Boys. Together wouldn't it be nice to lead to wake up. Я не помню, как правильно пелась эта песня, но это Beach Boys. Это Beach Boys. Так, а здесь что, я могу открыть дверь? Так, здесь я дверь не могу открыть. Я вообще хочу вот сейчас вот взять вот эти все деньги с вот этого борделя. И при этом не показывать их сиськи. О! Смотри, как-то у нас тут. А я что, взял? Я деньги взял? Вроде деньги взял, а вроде нет. Короче, сиськи их показывать нельзя. Потому что YouTube. YouTube это банит. Вроде бы. Хотя у Куплинова была такая серия, где были показаны сиськи. Поэтому. Банить не должны. Но я их так мельком показал и все. При этом знаю, что их нельзя показывать. Блин, а куда мне сейчас идти? Серьезно. Меня еще кто-то ищет? Серьезно? А где еще бабки? Так, пушку нафиг спрят. И вам вообще насрать, окей, я понял. Ой, блин, зачем? Я думал, это противник. Ай-яй-яй-яй-яй, я думал, это противник. Ладно, извиняюсь. Я думал, это противник. Черт, ладно, окей. Так, где еще? А где еще деньги-то? Вот они. Собирай, ну, ты че? Сейчас мы всех заберем до нитки, и все отлично будет. А что, а сейчас здесь что? Здесь что-то хранилось еще? А это как открывается? Блин, как будто здесь что-то еще хранилось. Но я этого не вижу. Окей, ладно, идем. Это, а, это пушки, это пушки, это пушки. Так, где еще бабки? Я хочу его до ниток оборвать. До нитки оборвать. Его бизнес и не только. Так, это что? Записка опять. Читай, читай. Нам, девочкам, нужно держаться друг дружки. Если мы хотим отсюда выбраться, не теряйте веры. Скоро мы будем дома. Вы уже скоро будете дома. У Кассандры, имеется в виду. Блин, а где еще деньги? Или это все? Нет, не все. Вон еще есть. Но здесь их мало очень. $500, а мне надо 3000 хотя бы. Не, серьезно, это все? Вы что, серьезно, это все? Да ну. Ну, здесь должно быть что-то еще такое, чтобы можно было вот эти 3000 убрать. Или больше нет. Да ну, не может быть такого, чтобы не было чего-то такого, чтобы можно было на 3000 убрать. Навсегда. Поговорить с Донованом. Да я понимаю, что можно поговорить с Донованом, но подожди. Я хочу его оборвать всего. Подожди. А это что такое находится внизу? Я ничего не понимаю. Вот эти вот какие-то штуки. Что это такое? Так, ну здесь патроны.
Там, наверное, тоже ничего такого интересного нет. Хотя, возможно, есть что-то интересное. Но надо выходить на улицу. Блин, черт, надо выходить на улицу, да? Но здесь, походу, больше денег нету. Здесь, походу, больше денег нету, поэтому придется, наверное, уходить отсюда. Я здесь больше не вижу чего-то такого, что можно было взять на 3000. Здесь этого больше нету. Я не вижу. Поэтому, наверное, мы уходим отсюда. Здесь больше ничего нету. Серьезно. Придется уходить. И мы ушли. Так, где-то тут моя тачка была. Вот она. Идем к Доновану тогда. Чего I got it? Я уехал, ты чё? Дурачок, что ли? Я уехал. Ой! Чувак, прости. Ай! Я что-то как-то не так поехал, блин, секунду. Тихо. Ай! Я слишком пьян. Сорян, я слишком пьян. Я внезапно стал слишком пьян. Серьезно, я стал внезапно слишком пьян. Без всего этого дерьма. Спокойно. Я внезапно опьянился, чуваки. Честное слово, вот хоть убей. Я внезапно опьянился. Блин, я не знаю, как убрать еще 3000. Я не знаю. Надо кого-то убить. Или что еще сделать. А как к Доновану пойти? А, вот дверь. Так. У меня для тебя кое-что есть. Тебе столько приходится бегать по городу, что я решил слегка облегчить тебе жизнь. Ты можешь вызвать поддержку по этой рации. А то я считал тебя бессердечным ублюдком. Насчет этого что еще совпадается? Чего? Поговорить с голосом. Переносная рация. Ну, мне переносная рация, наверное, в игре не понадобится, потому что я... А я могу поговорить еще с Донованом? Серьезно, ну-ка. А, ну это диалоги. Fucking lunatics, это фигня полная. Ну-ка, а что там по телевизору идет? Скачки идут, ладно, окей. Вот скачки я одобряю, проституцию нет. Проституция как водка, как и алкоголь, это плохо. Звонок союзникам, я, наверное, на протяжении игры звонить союзникам я, наверное, не буду. А зачем? Не хочу я. Не хочу я звонить им. Обойдутся. Я лучше поеду к голосу. Скажу, что все, с проституцией закончены. Я девочек вытащил. Сиськи не показывал. Ну, один раз мельком показал, но, блин, пожалел, что показал. Честно слово, я пожалел. Надо, короче, как-то, блин. Да иди твою мать, а! Мне сегодня с вождением вообще прям отвратительно, хоть убей. Все отлично, приехали. Я вообще еду как-то отвратительно, хоть убей, ё-моё. С моим вождением сегодня происходит какая-то дичь, вот честное слово, я не понимаю, что происходит. Я просто не понимаю. Я освободил этих женщин. Черт возьми, какая гребаная адская дыра. Больно видеть, что творят эти сраные редники, да? Как только я доберусь до Джексона, всему этому будет положен конец. Мэрил разослал своих сутенеров по всему холлу, пытается вымести потерю. Убей их, и он придет в клуб. Понятно. Ладно, закончи с ним. Возвращайся сюда. Я смогу подтвердить, что Мэрил заявился в клуб. Понял. Выследить и убить патрулей южан. И вот, наконец-то, я, наверное, смогу. Панель задач. Теперь у вас есть имеется несколько задач. Выбирайте задачи на карте или на панели задач. Посмотреть таб. Хорошо. Хорошо, но... Современный, он хочет по-настоящему освободить. Угу. А это что? Еще один. Ну, давай попробуем. Ну, давай попробуем, почему бы и нет. Да, попробуем. Главное только сиськи не показывать. И все будет нормально. Так, это куда?
Поехали. Блин, что-то у меня такое ощущение, что все машины, они как будто как гоночные какие-то, вот честно слово. Они все вот, они все гоняют, блин, на таких скоростях, что прям хоть убей. Честно слово. Капец какой-то, честно слово. Блин, что-то небо потемнело на улице у меня. Так темно, капец, ну-ка давай-ка отключу свет. Вот так. Все отлично, идем. Дальше. Нормально так. Ой, да ну. Дозорный вас заметил? Блин, а как к нему? Секунду. Мне пришлось. Блин, кто-то в меня стреляет. Где? Вижу одного. Кто-то уезжает. Или убегает? А, убегает. Так, все отлично. Ой, хорош. Все отлично. Я разрушил бизнес. Класс, класс, класс. Так, все. Гоним, 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 гоним. Так все, до зоны я уже все. Так я уже, так уже они мне не нужны. Все, уходим. Урон нанесен, все отлично. Гоним, 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 гоним. Все отлично. По проституции я нанес достаточно больший урон. Доходов больше нет. Как только вы нанесли достаточно урона, чтобы доход бизнеса упал до нуля, вы можете вернуться к своему контакту за информацией о том, как разделаться с боссом бизнеса. Понял? Да я понял, все, поехали. Over and over and over again, yeah. И ведь самое интересное, только одна песня была под авторским правом. Те песни, которые были на радио, они под авторским правом не были. Их едва было слышно, ребят, поэтому все нормально. Если песню едва-едва слышно, то под авторское право оно не идет. А если прям очень громко слышно, как было в сцене со стрелом Сэмми, тогда да. Авторское право было. А так все на мази. А я что, могу прям на машину пригнать в этот? Ах, это там, ну конечно. Ладно, окей. Ну все, отлично. Разделался быстро. Быстро, вкусно, классно. Эй. Если вы продолжите, все оставшиеся задачи, связанные с этим бизнесом, пропадут. А так все уже. Мерл окопался в перле. Говорят, злой как черт. Хотелось бы увидеть сейчас и рожу этого придурка. Just Fest самое интересное. Чтобы мы оба это понимали. Как только я там окажусь, я буду убивать всех, кто попадется мне на пути. Никто этим козлам слезы лить не станет. Делай как, так как сочешь нужным. До встречи. Голос или Лао, как он там назывался. Убить Мерла Джексона. Он не достоин этой фамилии. Вот честное слово, ребят. Он не достоин этой фамилии. Джексон может носить только Майкл. И никто другой. Никакие Мерлы не должны носить его фамилию. Погнали. Вообще можно давайте переключить другое радио. WNBX. А где WNBT? Будущий NBS. Да я че виноват, что здесь, блин, машины, которые едут взад-вперед и как угодно. Они едут, капец, блин, как говно, честное слово. Тихо, спокойно. Я не виноват в этом. Хоть убей, я не виноват. Спокойно! Just a dream, just a dream, yeah. Не буду я звонить им! Не буду я звонить им! Я не хочу им звонить! Отстаньте меня от их звонков. Я не буду им звонить. Я не хочу им звонить. Я хочу разобраться в этих делах самостоятельно. Так, это что? Уже враждебная зона? Ни хрена себе. Так, окей, я понял. Так, это что, новая пушка? Это патроны. Нафиг. Возьми вот эту лучше.
Вот этому пистолету я доверяю больше. Так, он находится на другом этаже, я понял. Идем. Обратите внимание, что ковер ну, скажем так, делает мои шаги более мягкими. Типа, ну, без шума, короче говоря. Они бесшумные. Так, типа. Выпася. Отлично, один готов. Так, где больше? Слева, справа? Вообще с обоих сторон больше. Тихо. Так, тихо. Не рыпайся. Идем. Так, дверь можно открыть? Блин, дверь нельзя открыть. Окей, я понял. Я ушел. Да ну! Блин, он меня заметил, прикинь. Где он? Так, это кто? Это просто баб или нет? Блин! Ну ладно. Так, тихо, спокойно, ну-ка! Не-не-не, не охреневай, слышь! Все опять пошло не по плану. Впрочем, ничего нового. Чтобы отбить бизнес, нейтрализуйте его босса. Затем позвоните одному из своих подручных. Они вышлют людей и возьмут бизнес под контроль. Убейте Кука Мерла Джексона, чтобы подорвать сутеневский бизнес. Легко. Идем. Добей. Не понял. А, надо удерживать. Окей, понял. Так, и чё? Ну и? Что думаешь делать, нигер? Вот это. Захвачено, отлично. Так, и чё? И как позвонить? Или он сам позвонит? Ночной клуб Перла. Так, отдать Кассандре путь улучшения союзника. А что такое путь улучшения союзника? Это что? Это П? П? Фигурка змеи. Устройство для отвлечения внимания. И что? Ну ладно. Ну а давай Кассандре. У нас пока что она только единственный союзник здесь и есть. Я выпью проклятых южан из Перлы. Скажи своим, чтобы основались тут. Хорошо. Я пошлю туда своих людей. Пусть займутся. Вы трое этих гребаных южан из церкви, и Ричи придется отреагировать. Не вопрос. Ну все, отлично. Один бизнес мы разрушили, осталось еще несколько. Так. И вот они. Сразу на двух машинах приехали, нормально. Блин, почему графика выглядит так? Таки, вот таким говном выглядит, честное слово. Мне не нравится графика. ФБР завербовала меня в 1966-м, сразу после колледжа. Сначала меня отправили в Чикаго, но в начале 68-го перевели на юг. Я пробовал там. Когда меня повысили до заместителя директора криминального следственного отдела, я работал в бюро вплоть до выхода на пенсию в 99-м. Про Кассандру ходит столько историй. Девочка ее похитили, убили, а потом жрец Вуду вернул ее к жизни. Она видела, как болотные убили ее сестру. Она застрелила собственного отца и сбросила его тело в болото. Почти невозможно понять, что правда, а что нет. Вот так вот. Какие еще больше тайны нам придает Магуайр о Кассандре, смотри-ка. Ну все, отлично, сутенёвский захвачен. Новая услуга союзников, фигурка змеи, устройство для отвлечения внимания. Нахрена? Не хочу я эту... А, земи, змеи. Земи. Сюжетное задание героин. Ага, понятно. Дождаться Донована. Где именно дождаться? Да, мне наплевать на ваш голос, Хоу. Короче... Иду я к Доновану, еду, поехали.
Мне осталось еще двоих завербовать. Это Бёрк, усач, и... И завербовать еще... Сейчас скажу кого. Завербовать еще надо мне Вито из Мафии 2. Блин, но в некоторых моментах игра на самом деле приятно выглядит по графике, вот честное слово. Вот убей. Ой-ой-ой, куда я поехал? Давай вот так вот остановимся. Спокойненько, так, давай. Да, как дела, ладно, окей. Но это уже, по-моему, было сказано и не раз. Показалось, что ли? Может, нет? Так, установив прослушку, вы сможете завербовать босса. Так это уже было. Когда только вы установите прослушку, в определенной части города вы сможете видеть врагов за углом и даже сквозь стены в режиме информации. Чтобы посмотреть, какие бизнесы вы сейчас прослушиваете, нажмите Tab. И прослушка. Чтобы установить прослушку в коммуникаторе, вам нужны... Такие плавкие предохранители TL-49. Собирайте предохранители, разбросанные по всему Нью-Брода. Окей, все, понял. Активирован узел прослушки. Так, секунду, сейчас куда? Окей, понял, еду туда. Блин, сейчас меня видит кто-то, да? Все, меня кто-то увидел, да? Да вообще похер. Поеду на вот этой вот тачанке, или как она там называется. На этой старушке. Тут всего ж... Тут вообще сколько всего этих радиостанций? Ну вот это вроде как не гоночная машина. Ну да, это вроде не гоночная машина, ну да ладно. Блин, куда-то я не туда поехал, ну ладно, ничего страшного. Сейчас припаркуюсь как-нибудь вот. Вот так. Пошли допросить. Это враждебная зона. Информатора. Допрашивайте информаторов, чтобы узнать о слабых местах бизнесов и их боссов. Чтобы информатор заговорил, отрежьте его от своего дружков. Или последите за ним до машины и прокатите его сверхтехком.
Допросив информатора, вы можете либо убить его, либо получить немного денег, либо завербовать его и повысить доходность соответствующего бизнеса, когда он станет вашим. А он меня видит? Он меня видит. Ну, давайте, наверное, дождемся. Все, пошел. Или чё? Будем их убивать? Да, убьем их. Так, ну-ка стоять. Его надо убить. Его не надо было убивать, да? Ага, понятно. Ну давай. Лихачество. Если вы поймаете информатора в машине, лихачите, чтобы запугать его и разговорить. Чтобы напугать и разговорить информатора, можно гонять на сумасшедшей скорости. Ездить по встречке, выполнять прыжки и управляемый занос. Окей, понял. Давай. Че, он пока не хочет разговориться, да? Ну давай повысим скорость, почему бы и нет. Может, он сейчас начнет разговаривать. Хотя я в этом не уверен. Господи, понятно все. Я его просто утопил. Ой, блин. Окей, давай сначала. Я его какого-то черта, блин. Ой, господи. Ну а чё, я имею порой право на глупости, почему бы и нет? Иногда я могу делать глупости, ну чё. Зато вон сколько урона осталось в итоге. Какое преследование, всё уже, давайте, преследование отменяется, отлично, всё, давайте, идите отсюда. Сейчас мы как-нибудь его возьмём. Ну только как, блин, его взять-то? Я откуда знал, что там, блин, нет... Я думал, там, блин, ровная дорога, а там оказывается, блин. Ай, господи, черт возьми. Ой, да ну. Он может так ехать сам? Окей, понял. Да ну, в смысле? Стоять! Ну-ка стоять, Да блин, ты слышишь, а? Да блин, а, как же залезть-то в машину? Все, давай, сейчас будем его опять лихачить, давай опять. Давай, сейчас попробуем как-нибудь. Сейчас разговорим его, Давай, 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 говори. Сучок, так. Во, отлично. Давай, говори со мной. Давай. Говоря за босса, крутят дела в окрестностях, что-то там. Убить, завербовать. Давай, завербуй. Увижу тебя еще раз, этой труп. Убить главарезов Чарли, Томагавка, кто там еще? Ну, короче, поехали. Короче, со второго раза все получилось нормально. Более чем. Так, давай без свистелок и переделок. О, вот это нормально. То свистелки, переделки какие-то пошли, нафиг надо. О, нормально.
Ой-я! Фак. Ну а чё, бывает иногда. Порой иногда. Блин, обрати внимание, что когда, короче, я переключаюсь на замедленный режим, игра становится в разы ярче, обратите внимание. А так она становится какой-то сероватой довольно. Хоть убей. Все, короче, хватит. Все. Хватит. Хватит поясничать, хватит дурачиться, идем головореза. Сейчас как-нибудь мы их убьем. Секунду. Так. Ну-ка перелезу сейчас куда-нибудь. А, чтоб меня не увидели. Здесь закрыто. Блин, здесь дверь закрыта. Хреново. О, смотри-ка, кто у нас здесь есть. Эти как их зовут. Я забыл, как они называются-то эти. Особого рода американцы. Блин, я забыл, как они называются. Вот честное слово, я забыл, как они называются. Цели. Выгодные цели — это люди, приносящие доход операции бизнеса. Уничтожать их, чтобы нанести урон бизнесу. Это понятно. Риск возгорания, тоже понятно. Блин, как их называют-то таких? Не националисты, а как их? Блин, я реально забыл, как они называются-то эти-то. Которые носят вот такие флаги-то. Какие-то американцы, но я забыл, как они называются, вот честное слово. Так, это кто? Убить главорезов Чарли, давай. Я готов. Ну все. В смысле? Я ушел! Ты дурак, я ушел. Ты дурак, я ушел. Не свисти, я ушел. Я ушел, 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 ушел. Все, не ври. Вот она моя песня. Хотя я не знаю. Честное слово, я не знаю эту песню, но она нормальная. Пойдет. Тихо, спокойно. Так, тихо. Стой. Тут остановись. Отлично, идем. На главорезов идем. Уже враждебная территория. Окей, идем. Пойдем поверху. Может, нападем на него сверху как-нибудь. Так. Так, давай, отлично. Спокойно. Так, отлично. Так, куда теперь? Восстанови здоровье пока что. Так, сейчас еще куда? К информатору? Давай к информатору. Идем. Ну че встал? Иди. Сейчас полиция приедет скоро. Нарушение границ, блин. Подождите с нарушением границ. Мне сейчас как-то выбраться отсюда. А здесь ты не перелезешь, да? Так, сейчас. Заходи. Заходи, пока полиции нету. Так, все, выходи. Так, отлично. Так, моя тачка. Мне плевать. Наплевать, едем. Ходу. Отлично. Блин, что все здания находятся вообще супер недалеко, хоть убей. Или мы что, к Доновану возвращаемся? А, мы к Доновану возвращаемся, а, понятно, окей. Ну ладно, к Доновану, так к Доновану, окей, хорошо. Донованчик, чем занимаешься? Я знаю, что это тебя лично, но если хочешь прикончить целый его придурка сына, не теряй головы. Чё за хрень, ваши кудрявки? В смысле? А чё мне надо сделать? Секунду. Ну
я вернулся к Доновану и... А что мне сделать надо? Я вернулся к нему, и чё? Не понял. Я вернулся к Доновану. Чё вам надо? Может, мне надо выйти и снова зайти? Ничего не понял. Я к Доновану пришел. Чё дальше от меня надо? Не понял. Бар с Эми, это понятно. Подожди. Карта, дневник, контакты, коллекция. Я ничего не понимаю, подожди. Донован, и чё? Мне надо к нему прийти или что? Убита глава... Атакуйте эту точку, чтобы захватить криминальный бизнес в этом районе. Убита глава резов. А так мне, может, сюда надо? Может, мне туда надо? Подожди, может, мне туда надо? Ну, секундочку, может, мне туда надо? Наверняка мне туда надо, нет? Я чуть просто не понимаю, у меня что-то какой-то баг возник или чё? Я не могу принять задание у Донована. Донован тупо недоступен. Вот и все. Ну? Ну я пришел, и что дальше? Давайте попробуем. Используйте скрытный проход. Можно незаметно подбраться к врагам. Перед тем, как ввязаться в бой, используйте режим информации. Ну давай попробуем, чего бы нет. Все это, ребята, очень странно, это честное слово. Дозорный вам, кстати, есть. Он не ходит. Он, кажется, идет сюда. Да, он идет сюда. Так, тихо, давай-ка не репися. Спокойно. Тоже не рыпайся. И чё? Ну давайте я, наверное, подпорчу им бизнес и все. Быстренько и без нервов. Давайте. А то что-то от Донована ничего не дождешься. Он вообще как-то особо ни на что не реагирует. Опа, там какой-то человечек стоит, смотри-ка. Он меня сейчас может спалить, вот хоть убей. Смотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нельзя показывать такое. Такое показывать нельзя, ни хрена. Чёрт возьми, я сейчас все это сделаю без какого-то Донована или типа того, ё-моё. Я не знаю, почему Донован недоступен. Он ничего не говорил. Он мне пару фраз сказал, и все. А что дальше делать, мне игра вообще никак не подсказывает, честное слово. Деньги какие-то взял. Но ничего больше игра и не показывает мне. Как будто я что-то еще не доделал. Хотя, возможно, так и есть. Где-то я что-то еще не доделал. Может и нет. Странно что-то в игре происходит, вот честное слово, очень странно. Я вроде сделал все, что надо, заданий никаких нету, прихожу к Доновану, а он ноль внимания вообще. Что мне еще надо сделать? Серьезно, что мне еще надо сделать для того, чтобы... Не, ну правда. А что еще я должен сделать? Не понимаю.
О, картина. Отлично. 4 из 4 картины я взял, нифига. Благодарю. Так, один уже заметил труп. Молчи, давай. Блин, все заметили меня. Черт, меня заметили. Отлично. Ой, вот это ты зря сейчас, чувак. Вот это ты зря сейчас. Так, ну-ка, бабки. Отлично. Так, вот еще бабки. И тут еще пулемет, главное. Отлично. Так, ну пока что мне не надо, наверное, этот, как его зовут-то. Отлично. Так, ну и все, походу. Но и все, тут больше нечего делать, я так понимаю, да? Убито главорезов 2 из 2. А это что? Барсеми, ну это понятно. Это Кассандра. А это кто? Это я уже сделал. Блин, а что мне еще делать? А это что такое? Журнал Playboy. Предохранитель. Так это мне не надо пока что. Блин, я сейчас хочу как-то к Доновану поехать. Мне сейчас нужно ехать к Доновану. Но почему-то игра мне этого не позволяет. Кстати, ну я могу на тракторе поехать? На тракторе нет, нельзя поехать. Окей, ладно, я думал, можно на тракторе поехать так немножко спокойно. Я не понимаю, почему игра мне не позволяет. Я вообще не понимаю, почему мне игра не позволяет разговаривать с Донованом. Донован вообще ничего не говорит. Я приезжаю к Доновану, а он молчит, я ничего не понимаю. Я нажимаю на диалог, а он в диалог не вступает. Совершенно не понимаю, почему. Осталось вроде всего ничего сделать, но, блин. Игра мне говорит, что я, типа... Игра мне говорит, типа, что я чего-то еще такое не сделал. Для того, чтобы я мог дальше что-то делать. Ну, давайте еще раз, наверное, поедем к этому. Давайте. Сейчас посмотрим. Может, в этот раз он начнет говорить. Но я не понимаю, почему Донован мне ничего не говорит. Мне игра говорит, езжай к Доновану. Ну, я поехал к нему, а он мне ничего не говорит. Как мне его разговорить? Задание сначала начать уже нельзя. Он мне ничего не говорит, я ничего не понимаю. These knuckleheads you're trying to recruit? Jesus, everything here is either fried, covered in... Дай мне сюжетное задание. Ты почему мне не даешь сюжетное задание? Что случилось? Блин, Донован со мной не хочет разговаривать, честное слово. Я не понимаю, почему. Мне надо продолжать, что ли, бизнес крышевать? Ну окей, давайте продолжать бизнес крышевать. Но он мне не дает заданий. Как будто я что-то еще не сделал. А, вот еще героин появился. Или я был уже в нем. А я был уже в нем. Мне надо где-то еще найти, что ли, место, где находится примерно это, да? Ну, давай коммуникатор здесь, наверное, поставим. Я его установил? Да, установил. Ну, давайте попробуем коммуникатор установить. Ну, потому что я сейчас... Я не понимаю, почему со мной не хочет разговаривать Донован. Игра мне подсказывает, что типа езжай к Доновану и с ним разговаривай. Но он со мной не хочет. Он со мной не хочет разговаривать. Как будто мне нужно где-то еще в одном районе установить коммуникатор. А у меня наверняка сейчас нету вот этой вот детали нужной мне. Блин, сейчас, если сейчас не окажется нужной мне детали, я вообще не знаю, как эту игру пройти. Как эту миссию пройти даже. Если со мной не хочет разговаривать сам Донован. Я вам серьезно говорю, Донован просто со мной не хочет брать и разговаривать. Гараж внезапно есть.
Серьезно, Донован, что происходит? Почему ты со мной не хочешь разговаривать? Он говорит обыкновенные фразы, от которых толку мало. Но это не баг. Но это явно не баг. Либо это баг, и надо было... Вот сейчас новые задания появились. Не, ни хрена не появились новые задания. Бар с Эми. Мне сейчас надо туда ехать, что ли? Деньги спрятать? Нафига? А это что? Дайнер, королевский сомик, предохранитель. Что мне делать? Вы объясните мне. Такому придушному, как я, что мне делать? Азес, Best Oil, предохранитель. Везде предохранитель. Я не понимаю реально, что мне делать. Со мной не разговаривает, блин, Донован. Я не понимаю, почему. Сейчас узнаю, попробую. Ну чё, ребят, я могу сказать. Финита ля комедия. Я сломал игру. Оказывается, короче, я вот этого информатора, когда, короче, с ним ездил и так далее, я, оказывается, его случайно убил. А его убивать не надо было. То есть я просто тупо ездил, ездил, ездил и по своей неосторожности въехал в озеро и тем самым убил сюжетно важного персонажа. Потому что без этого персонажа игра никуда не продвинется. И убив его, я застрял. Честное слово, игра дальше не продолжится, пока я не уничтожу бизнес вот этой церкви. И понимаете, сколько у меня всего остается? $1400. 1400, потому что я какие-то деньги здесь нашел. Где мне найти эти $1400, я совершенно не знаю. Плюс еще у меня появился какой-то откат от Кассандры. А все ставил коммуникаторы в этот район, в этот район. Но понимаете, в чем прикол? Коммуникаторы не спасают ситуацию. Они новые бизнесы не высвечивают. И что это, ребят, означает? Это означает, что мне сейчас придется перепройти всю игру заново. С самого начала, с ограбления. То есть мне придется пройти те же самые события, только для того, чтобы потом не убить информатора. Я офигеваю просто. Теперь я начинаю понимать, почему эту игру хейтят. Потому что есть вот такие баги, которые... Вот самое интересное, эту миссию даже нельзя отменить. Я вам серьезно говорю. Вот я захожу на игра, есть загрузиться с контрольной точки, учетная запись 2K, которую невозможно вообще в нее попасть, и вернуться к игре. Все. И тут даже, блин, нету список заданий. Я вам серьезно говорю, здесь нету никаких списков заданий. Я не могу найти эти списки заданий. Их нет. Здесь есть вот биографии какие-то и прочая фигня. Здесь нету. Нету абсолютно никаких, блин. Ой. Они мне говорят еще, что типа в игре есть какие-то задания, какие-то обджексы, хироджексы. Г ничего не делает, SX. Ой. Это полное дерьмо, честное слово, капец. Я офигею просто, ребят, честное слово, я офигею. То есть, получается, мне реально придется начинать всю игру заново, с самого начала. И дойти до момента, когда вот я начну вот этот вот крышевать, вот этот бизнес, все. Реально, реально, мне придется начинать вот эти вот первые 2 часа игры перепроходить заново. Только для того, чтобы потом не убить случайно информатора. Иначе вся игра запорится. А сохранений в игре нету. А чьи они есть? А, секунду, задачи. Вот, осталось 1000 урона. Дождаться Донована, допросить наркодилеров, установить прослушку в церкви, убить головорезов Чарли. Я их убил, этих головорезов. Но ничего не происходит абсолютно, потому что я не знаю, как мне уничтожить эти 1000. Еще оказывается, смотрите, что еще я вам покажу.
Вот в этой местности, помимо вот одного ящика, который я здесь нашел, здесь должны быть еще ящики. Но они таинственным образом исчезли. Эти ящики, они таинственным образом исчезли. Все. Все. Задать цель. Какую цель? Здесь цели больше нет. Все. Перепройти миссию невозможно. Нельзя. Как вот этот 1000 урон сделать, я не понимаю совершенно. Я не понимаю. Все. Здесь больше. Здесь в этом районе чисто делать больше нечего. Все. Запорито абсолютно все. Все сломано. Я сломал игру. Все. Это конец. Все. Пипец. Я сломал игру. Мне сейчас придется перепроходить все заново. Смотреть опять эти сюжетные вставки. Только лишь для того... Я в шоке, короче. Я просто в шоке. Еще мне звонят по домофону.